Пусть будет мир среди всех существ Вселенной. Пусть будет мир, пусть будет мир. Ом Шанти, Шанти, Шанти. Намаскар, намаскар. Добро пожаловать. Майя. Майя. Трудно перевести на любой язык и понять этот термин. Это можно перевести как иллюзия, воображение, что есть и чего одновременно нету. Это называется майей. Как вечером, при тусклом свете, мы принимаем веревку за змею. Эта змея и есть, ее одновременно нет. Когда у нас есть знание о веревке, змеи не существует. А пока мы этого не знаем, змея всегда там. Змея реальна до тех пор, пока у нас нет знания. Найдя веревку, мы понимаем, что змея никогда не существовала, ее не было. Но без знания змея всегда там. Подобно этому, в начале создания в одно мгновение был создан мир. В одночасье мир стал реальным. В этом творении из первоисточника в одно мгновение были рождены миллионы душ. Три вида душ берут начало там. Теперь они обладают индивидуальностями и умами. Теперь все они думают в пределах одного и того же момента времени творения. Теперь у них есть воображение, разные понятия о времени и месте своей собственной индивидуальности. Как во сне спящий видит себя другими личностями, а также он видит во сне других существ, животных, горы, реки и леса. Те личности, которые создали свои сновидения, являются спящими творцами. Они сами себя считают отделенными, имеют свои собственные представления и видят себя субъектами своих собственных объектно-субъектных отношений. Аналогично, эти личности были созданы их собственными умами, их собственными представлениями, и представление о времени, прошлом, настоящем и будущем дало реальность этому творению, которое было создано в одно мгновение. Промежуток времени, в
в котором мы живем, берет свое начало миллионы лет назад. Он останется неизменным как реальность и будет неизменным в будущем, как мы его видим сейчас. Мы видим прошлое, настоящее и будущее. Некоторые люди дают этому миру 85 миллионов лет. И в этом мире находится так много людей, 6 миллиардов. И мы не можем подсчитать всех остальных душ, и он будет так пребывать. Именно поэтому это постоянство, эта реальность не может быть понята. Эта майя не может быть понята, покуда у нас нет знания о веревке. Мы не можем понять нереальность змеи. Также, пока мы не знаем правду о своей собственной основе, мы не можем понять, что такое майя. По этой причине много людей, которые находятся здесь, говорят: «Мы не можем понять это, мы не можем понять это, вы не можете понять это, вам не нужно понимать это». Вы должны найти свою собственную истину, свое собственное «я», свою собственную исконную основу, то, кем вы являетесь. До того времени вы не можете понять эту иллюзию. Вы дали реальность этой иллюзии. Независимо от того, что вы думаете, это осуществляется. Любая ваша мысль становится реальностью для вас. Это не более чем мысль во сне, но она становится реальностью для вас. Именно так все и происходит. Это нельзя доказать. Это реально и нереально. Это есть, и его одновременно нет. Знать это есть единственный путь. Единственный путь состоит в том, чтобы знать свою собственную сущность, или находиться рядом с учителем, или следовать какой-то авторитетной сутре. Это способы, испытанные древними, полностью реализовавшими свою истинную сущность. Это может быть понято не косвенно, а прямым переживанием. Прямой метод не через осмысление, не через ум, не через интеллект, не через чувства, не косвенно, а прямым переживанием истины. Для этого нет необходимости в каких-то организациях. Вы должны направить ваше собственное «я» к основе, к своей истине, лицом к лицу. Ничего не должно остаться между вами. Тогда вы сможете видеть истинного самого себя, кем вы являетесь на самом деле. И как сделать это? Что такое прямое восприятие лицом к лицу? Не давайте оценок любым мыслям и не прилагайте усилий. Это есть прямой путь. Все остальное, понятое умом или увиденное глазами, не прямой путь. Так, прямое восприятие — это поиск Солнца в направлении самого Солнца. Вам ничего не нужно, когда вы хотите видеть Солнце. Оно лучезарно. Это его собственный свет. Вам не нужна никакая организация. Вам не нужен факел или свеча, чтобы видеть Солнце. То, откуда исходит наблюдатель, оттуда же и Солнце берет свой свет, свое сияние. Даже для Солнца неправильно
светить сквозь призму чего-то. Сквозь что светит солнце? Сквозь что светит луна? Сквозь что сияют звезды? Через призму чего вы хотите увидеть солнце? Это глаз мудрости, или это сама мудрость? Найдите мудрость, видящую саму себя, или мудрость внутри самой мудрости. Или найдите святого, видящего самого себя. Это прямое видение. И затем вы узнаете, что такое майя. И везде, где есть истина, должна быть майя. Везде, где есть огонь, должно быть жарко, и там должен быть свет. Так, везде, где есть это сознание, должно быть знание. Знание и сознание одно и то же. Когда это сознание сталкивается с сознанием истины, зеркало смотрит само на себя. Нет никаких проекций. Зеркало отражает само себя. Подобно этому, вы должны видеть самого себя, здесь и сейчас, без движения ума и любых усилий, аналогично зеркалу, помещенному перед зеркалом. Что будет отражено? Что будет замечено? Что одно зеркало будет отражать в другом зеркале, и как эти отражения могут отличаться. Зеркал может быть двое. Отражение можно обозначить. Пусть первое отражает второе. Но я не думаю, что будет разница в отражении от одного зеркала к другому или от другого к первому. Это называют прямым восприятием, прямым знанием. И прямое знание не нуждается ни в какой организации. Вы не нуждаетесь ни в какой организации. Вам не нужен никакой учитель, никакая сутра, никакая медитация, никакой метод. Вас отделяет всего мгновение от того, где была сотворена вся Вселенная. So that itself, вы здесь и сейчас. Here and now. Obstruction is that you want to understand. Преграда состоит в желании понять. Obstruction is impediment. Преграда состоит в том, что вы хотите стать этим, вы хотите быть этим, вы хотите практиковать это. When you do away all these concepts. Когда вы отказываетесь от всех этих понятий, от любого приобретения, достижения или любого размышления о практике, или достижения через любой метод, через любого человека, тогда вы остаетесь в покое, встречаетесь с самим собой здесь и сейчас. И не нужно никакого времени. Время было создано позже. Время будет создано,
Когда вы хотите отложить это, когда вы хотите практиковать это, тогда, конечно, вам нужно время. И когда вы оставляете все понятия и идеи, а также ваши желания, тогда вы такой, какой вы есть. И это называют истиной, и это называют реальностью, и это называют прямым восприятием. Вам нужно быть бдительными и на 100% тотально находиться в абсолюте. Когда что-то происходит, вы должны быть тотально бдительны и поглощать то, что перед вами. Тогда это происходит сразу. Но два меча нельзя держать в одних ножнах, так говорится. У вас не может быть ваших старых привычек вместе с поиском «Кто я?». Должно быть только одно. Путь, которым вы шли миллиарды лет, был очень мучительным. Чтобы принять воплощение человека, потребовалось миллиарды лет, и вы играли очень хорошо, вам повезло, вы находитесь здесь, в этой форме. Но теперь вы должны подняться намного выше и отказаться от всего. Отказ от всего не подразумевает, что вы убегаете от жизни. Откажитесь от метода. Обратите внимание на то, кто вы есть. Тогда вы можете жить со всем, потому что все выходит из этого. И только тогда вы сможете узнать, что эта реальность иллюзорна. Но вы должны пережить этот опыт. Выясните, кто вы. Что является реальным и что нереально. Тогда вы узнаете, что все есть то. Иначе откуда все это приходит? Целая самсара, вся эта планета, люди, животные, птицы, деревья. Откуда они приходят? Из того же самого источника, поскольку он один для всех. Вы возвращаетесь к вашему собственному источнику, и все вокруг вас и есть вы сами. Нет никаких различий между вами и другими. Тогда вы будете разговаривать с камнями, деревьями, животными, со всеми людьми в одно и то же время, потому что там времени не существует. Это концепция. Время, настоящее, прошлое и будущее — это только концепция. Для того, чтобы узнать реальность, вам потребуется потратить только мгновение, и вы узнаете все. Тогда только вы можете сказать, что это и чем оно является. Тогда вы сможете задать себе вопрос и услышать ответ.
Кто хочет задать вопрос по сегодняшней теме? Я хочу узнать, тогда бесполезна ли медитация и сидение в Мауне в горах не имеет никакого смысла? Поскольку я был 6 недель в медитации, и я только осознавал, я находился в медитации с закрытыми глазами, без усилий и намерения. Я приехал сюда, и я чувствовал, что вы были со мной. Я видел вас в сновидении. Я был очень благодарен. Почти каждую ночь я простирался перед вашей фотографией. Я прибыл сюда и увидел вас в реальности. Я нахожусь в каком-то замешательстве. Я чего-то ждал. Вы совершенно не такой, как я ожидал. Я должен сосредоточиться на сатсанге. Я чувствую, что во мне что-то рушится. Что вы подразумеваете под рушиться? Я говорю о доле секунды, не так ли? Я все равно не понял вас. Я говорю о доле секунды. Вы ушли в пещеру, в высокие Гималаи. И вы медитировали там, но все же вы не поняли, что такое доля секунды. Вы не были в тишине и долю секунды. Вы постоянно ехали на мотоцикле отсюда к Манали. На эту долю секунды вы не нашли. Вы видите, что эта доля секунды совершенно другая. Точно так же, когда вы заводите свой мотоцикл, в долю секунды двигатель начинает работать. Тогда вы нажимаете механизм, и через долю секунды едете. Нажимаете тормоз, доля секунды, и вы останавливаетесь. Вы видите, эта доля секунды отличается. Вы должны учиться у вашего мотоцикла. Если какой-то буйвол окажется впереди мотоцикла, что вы сделаете? Вы выжмете на полную тормоз, чтобы избежать столкновения. В эту долю секунды вы должны будете нажать тормоз. Не позволяйте уму суетиться, иначе будет крушение. И это ваш опыт. Вы учитесь на том, что любите. Это доля секунды. Вы понимаете, что происходит за долю секунды? Я читал факсы здесь вот. Они описали свой опыт. Они не видели меня лично, они видели только фильм. Глядя этот фильм, они погрузились в мир. Они испытали мир и любовь. Сразу же они послали факс с вопросом, что это было. Со всей скромностью я могу сказать, что я испытал эту долю секунды. Не раз.
ум. Это неверно. Нет, нет. Когда вы говорите больше, чем раз, это состояние не доля секунды. Когда вы говорите больше, чем раз, это не доля секунды. Это делит секунду на много секунд. Поскольку вы часто повторяете «я», вы разделили секунду на много частей, вы раскололи секунду во второй раз. Это не доля секунды. Что означает «много раз»? Эта доля секунды действительно уничтожает ум. Нет никакой потребности в сидении, интерес к обычной жизни больше не появится. Доля секунды, о которой я говорил, мне было тогда 21. Бог пришел из ниоткуда, и второй раз, 2 года назад, когда я первый раз встретился с вами, это был тот же самый опыт, он повторился. Да, много раз — это уже метод. Ваш первый опыт назовите номер один, затем будет номер два, номер три, и это будет повторяться. Это был ваш первый опыт доли секунды. Вы были, я согласен с вами, в той доле секунды. Так какая была необходимость возвращаться второй раз? Это означает, что вы потеряли это. Если вы потеряли это, то это не была доля секунды. Доля секунды не может быть потеряна. Когда вы говорите много раз, это означает время. Много раз означает метод, на который уходит много времени. Время означает снова, снова и снова. Время — это прошлое, настоящее и будущее. Почему вы потеряли этот опыт в течение той доли секунды? Почему вы отбросили этот опыт, чтобы начать второй? Второй также отбросили, чтобы иметь третий и так далее. Почему вы отбросили ваш первый опыт? Почему вы отбрасывали это? Это значит, что вы отдали предпочтение чему-то сильнее, чем этой доле секунды. То, что вы вышли из этой доли секунды, означает, что вы никогда в ней не находились. Вы только подступили к ней. Вы слышали об этой доле секунды, и вы схватили это умом. Сохранив свои старые привычки, вы думаете, я имею опыт. Но это интеллектуальное схватывание. Это не был опыт. Вы не отбросили прошлое и не остались там. Вы не испытали это. Если вы испытали это, то какая необходимость была в следующей секунде? Эта доля секунды поглотит вас. Эта доля секунды поглотит вас, и вы станете единым с этим. Невозможно убежать от этого. Насколько прекрасна капля дождя, падающая с неба. Она падала с облака на поверхность океана. Были страхи. Куда я упаду? Я могу разбиться. Что произойдет с этой каплей, когда она коснется поверхности океана? Немедленно, в долю секунды, происходит касание поверхности. Что случится с этой каплей дождя? Останется ли она каплей дождя? Может ли она сказать о себе, что она была каплей дождя? Чем она является теперь? Океаном. Океаном. Да, она стала океаном. Если она попытается снова найти себя в океане, она не сможет назвать себя и принять прежнюю форму. Название и форма будут утеряны. Это полный безграничный океан. Этот океан покоя достижим за долю секунды. Прикасаясь к нему, вы обретаете покой. Так как это может быть, если вы говорите много раз? Эта капля больше не возродится, как капля дождя, и она не будет снова падать. Зачем падать, зная, что я — это то? При погружении нет больше понятия капли дождя, нет больше названия, нет больше формы.
Теперь вы видите, что называется опытом. Океан не позволит вам снова убежать. Старые привычки могут продолжиться. Любая привычка может продолжиться. Это не волнует вас. Привычки являются физическими. Да. А это не является физическим, даже не умственным. Это необыкновенное состояние, и вы находитесь на вершине. Вы не видите то, что внизу. Вы не признаете этого. Поскольку вы летите в воздухе, вы находитесь в городе, вы видите много едущих автомобилей, много людей. Вы можете узнать, кто ваш друг. Много автомобилей, вы видите череду автомобилей с неба. Вы не можете узнать. Подобно этому, когда вы находитесь на вершине, все то. Вы не разделяете ничто. И этот секрет узнают от учителя. Так, я также узнал эту тайну от моего учителя. После этого, что является моей работой? Медитация и разговор с людьми об этом. Об этой тайне я рассказываю людям. Вы можете быть счастливы, только если вы знаете самого себя. Вы не будете счастливы, даже если, подобно Александру, получите весь мир. Когда вы завоевываете весь мир, все же вы говорите, что Китай не завоеван. Все же у вас остается недовольство, неудовлетворенность. Вы всегда не удовлетворены чем-нибудь. Вы сами знаете это. Вы можете коллекционировать алмазы, но вы не будете счастливы. Счастье — это когда вы знаете себя, только тогда вы будете счастливы. И чтобы знать себя, вы должны идти к учителю, а не в пещеры. Я видел людей, медитирующих в пещерах. Я встречал их, жил с ними. Но они только и говорят о своей предыдущей жизни, что у них когда-то была жена и дети, и они остались дома. Они не говорят об опыте, полученном в пещере. Пещера не ваш учитель. Вы убегаете от жизни. Вы замечаете, что в пещере ваш ум становится еще более беспокойным. Вначале вы одиноки, затем вы создаете друзей здесь и там. Тогда вас уже несколько. И в пещерах происходит то же самое, когда вы видите, что вы один. Это могут быть другие садху, проживающие рядом. И снова вам хочется иметь семью, детей. Вы не можете быть пустым, ведь тишину нельзя нарушить, даже находясь вместе с сотней или тысячей людей. Когда вы станете пустым, вы получите этот опыт. Есть так много людей, но они все умствующие люди, так что неважно, один или много. Это ничего не значит. Вы плаваете в той же самой лодке, поэтому ваша судьба останется прежней. Если она тонет, то все тоже утонут. Или если ваш паром очень хорош, вы можете плыть поперек реки вместе со всеми. Вы знаете об этом. Так, чтобы пересечь этот океан страданий, который известен как самсара. Самсара означает «страдать» снова и снова. Это значение слова «самсара». Страдание снова и снова, рождение за рождением, смерть за смертью. Как остановить это? У вас должен быть плод. Вы не можете плыть, потому что там крокодилы, акулы. Они съедят вас. Вам нужен плод. И какой плод? Сатсанг — это плод. Это единственный плод. Если вы можете найти плод, не прыгайте в океан, там очень опасно. И как только вы на плоту, вам не нужно ничего делать.
Никто не будет беспокоить вас. Плот не потонет. Плот не потянет вас вниз. Я видел, что многие святые совершают эпитимию высоко в Гималаях до 16 тысяч футов, это приблизительно 4 тысячи метров. Я был там. Там было очень мало людей. Вы знаете, зачем это им? Они делали это не для просветления. Им это необходимо для получения ситхов. Я видел одного человека в Гималаях, и мы разговаривали, потому что не было больше никого. Мы разговаривали с ним. Я спросил его, что для вас достижение? Он был молодой человек. Я позже узнал, что он был из Кашмира, учащийся средней школы, который бежал из дому. У него были учителя йоги, он обучался хатха-йоге, раджа-йоге. Также он знал, как пробудить кундалини. Тогда я спросил, зачем ему это? Он заставил свое тело левитировать и завис в воздухе. Я сказал ему, сидя на земле, я тоже могу сидеть. Я сижу на земле, а вы на один фут выше. Но в чем разница? Любая ворона может сделать это. Даже ворона может поднять свое тело в воздух. Тогда он сказал, сейчас я покажу вам свои иллюзорные тела. И он размножил свое тело. Я видел это своими глазами. Я спросил, зачем это? Пребывание в одном теле приносит столько страданий, а сейчас их стало намного больше. Но когда время придет, нужно будет уйти. И только одно тело умрет. Все мы тоже умрем. У вас не будет возможности прожить больше, чем сотню лет в одном теле. Вы не можете прожить больше отведенного срока. Я уверен в этом. Тогда он предложил, я могу материализовать то, что вы захотите. Мы проголодались, поэтому я не мог идти дальше. Очень необычно видеть все в снегу. Если я попрошу еды, это возможно? Что бы вы хотели съесть? Я сказал, что хочу чоул хатуры, пунджаби блюда. Я думал, что они не знают этого блюда, ведь они там едят только рыбу и рис. Я хочу чоул хатуры. Он сказал, что не знает, что такое чоул хатуры, и сейчас обратится к Чанди Деви. Она знает, что это, потому что она знает все, и она принесет. Я попросил, и Чанди Деви появилась предо мной. И он сказал, этот человек хочет чоул бхатуры. Окей. Она принесла одну тарелку из Варанаси. Я ел. Было очень вкусно. Как вы видите, он показал мне много ловушек. Я сказал, окей, это вы знаете. И цель нашей встречи была в том, чтобы понять, что вы здесь. Я здесь. Если вы знаете лучше, то вы обучаете меня. Если я знаю лучше, то я обучаю вас. Эти вещи мне не нужны. Мне не нужно это. Он спросил меня, тогда что у вас останется? Я ответил, мой ум спокоен. Он сказал, я не знаю об этом. Я путешествовал по разным локам и различным пространствам. Только в одно пространство мне не было позволено попасть. И что это было?
Сатья-лока. В Сатья-локу мне не было позволено войти. Мой гуру передал мне то, что получил от своего учителя. Когда он был при смерти, он сказал, что то, чем я обладаю, это не предел. Предел брахмаджняна, знание себя. Но я не встретил никого, кроме вас, кто смог бы раскрыть мне это знание. Если бы я нашел кого-нибудь, знающего брахмаджняну, я попросил бы это знание. Это самое высокое знание, все остальное содержится в нем. Гуру сказал, этим я не обладаю, потому что, передав те знания, которыми я обладаю, гуру умер. Я пытался. Я обошел всю Индию, чтобы найти гуру. Я пообщался со всеми с вами и посетил Махакумбу. Махакумба Мела, которая проходит с периодом 144 года в Праяге, Аллахабад, при слиянии Ганги и Ямуны. Полная кумба проводится через каждые 12 лет. Через каждые 6 лет проводится половинная кумба. И Махакумба раз в 144 года. Когда я ушел туда, был 1954 год, и там было много с вами со всех континентов. Но с кем бы я ни говорил о брахмаджняне, они спрашивали меня, а что вы об этом знаете? Я ответил им, что я обладаю своим знанием, и они попросили научить их. Научите нас, потому что мы хотим научиться левитации. Мы можем пригласить много других учеников. Это то, как делал Йогин Махеш. Йогин Махеш показывал левитацию в Америке. И много людей начали учиться у него во многих центрах. И это не было хорошо продумано. Они учились левитировать, подпрыгивая вверх резкими толчками. И один человек сломал себе позвоночник. И затем он подал иск против него на $50,000. И затем он сказал, окей, если вы не можете подняться, будет достаточно прыгать. И тогда люди начали прыгать, словно лягушки. Но это все не относится к знанию о себе. «Вы можете научить меня теперь?» Я сказал, «Да, я научу вас». В руке у него был дандум. Дандум означает посох, переданный ему гуру. С его помощью совершались все эти уловки с ситхами, потому что он содержит все знания, он научит вас. Он очень гордился этим посохом. Я попросил его отдать мне этот посох. Он подумал, что я увидел предназначение посоха. Он отдал мне посох, и я бросил его в реку. Посох нужен лишь для того, чтобы использовать его при ходьбе. Глядя на посох, который улетел в реку, он сказал, «Это результат многих лет тапаса и питимий, и он выброшен». Я сказал, «Что осталось с вами?» Он ответил, «Только я». Я отождествил себя с посохом, и вы выбросили его. Я смотрел на него. Это то, как работает эта доля секунды. Он рассказал мне свою историю о том, как он был учащимся. Он любил изучать йогу. Он убежал из школы. Он был сыном подмастерья. Затем он убежал и больше никогда не возвращался домой. Настолько сильно было его желание, и он достиг желаемого. После этого я сказал ему, что теперь у него ничего нет. У вас была только одна привязанность, и вы попадались с помощью нее в различные ловушки, но теперь ее нет. Теперь я вам расскажу, как работает доля секунды. Я рассказал то, что я действительно видел,
Лишь немногие смогут пройти этот путь. Может, еще несколько. Я говорю вам о честности с самим собой. Он был настоящим. Он был очень молод. И его тело было очень гибким, потому что он еще ни с чем не сталкивался. Его тело было абсолютно прозрачным. Я еще не говорил ему о том, что то есть все. Я видел, что он понял долю секунды, и я ему сказал, что теперь я ухожу домой. Куда вы идете? Я сказал ему, я должен идти. Я должен идти домой. У вас есть дом? Да, у меня есть дом, там моя жена и дети. Я должен идти домой. У меня остался один вопрос. Мой гуру сказал мне, что тому человеку, который передаст мне знания Брахмана, я должен буду служить до конца своей жизни, чтобы заплатить долг учителю. Это то, что он мне передал. Нет эквивалента тому знанию, которое получено. Но, по крайней мере, я должен отблагодарить своего учителя. Поэтому я останусь с вами и буду с вами, где бы вы ни находились. Я буду следовать за вами, как тень. Я буду служить вам до конца вашей жизни. Я ему ответил, что я не нуждаюсь в его служении. Вы нуждались в этом, и вы получили это. Если вы хотите еще что-то, то говорите. Он спросил, что произошло? Мой ум исчез. Я работал с умом, используя силу мысли, и мой ум стал очень сильным. Я не знаю, что случилось. Сейчас мой ум исчез. Это знание доли секунды. Когда ваш ум затихает, это нельзя никак сформулировать. Я не знаю, почему я назвал это долей секунды. Я не могу сказать этого. Я имею в виду эту долю секунды. Даже тогда вы неправильно интерпретируете это, путаете это. Это не доля секунды. Она не принадлежит времени, которое исчисляется минутами, секундами. Это не то. Вы должны понять это. Эта доля секунды означает, когда вашего ума нет. То мгновение я называю доля секунды. Иначе что я должен сказать вам? Когда это случается, ваши желания исполнены. Все ваши желания исполнены. Нет неисполненных, поскольку вам больше ничего не нужно, потому что все принадлежит вам. Точно так же, как королю страны, не нужно отчитываться ни перед кем, чтобы построить дом на любом участке земли, поскольку все принадлежит ему. Так, подобно этому, ваши желания выполнены. Там все принадлежит королю, и нет необходимости покупать участок земли. Все принадлежит ему. Поэтому это желание не появляется. Когда желания не появляются, это означает завершение всех желаний. Не то, чему учат некоторые учителя. Вначале вы должны удовлетворить все ваши желания и затем быть пустым. Этого не произойдет. Сначала удовлетворите все ваши желания, тогда ваш ум будет пустым, и затем вы будете готовы к свободе. Это неосуществимо. Как только вы удовлетворяете одно желание, появляется другое. Так что вы не подавляйте желания и не пробуйте удовлетворить их. Найдите то место, где все желания удовлетворены. Как у вас могут возникать желания? Окей. Ваши глаза должны быть измучены жаждой свободы, подобно рыбе, жаждущей воды. Что ощущает рыба, когда она находится вне воды? Она не может жить. Она или умрет, или прыгнет обратно в океан. Это желание свободы должно быть подобно желанию рыбы оказаться в воде.
Но вы не рыба, вы должны сказать. Это как Кабир говорит. Он стоял у русла реки. И одна рыба обратилась к Кабиру. Я хочу пить. Я хочу пить. Кабир смеялся. Кабир смеется. Рыба кричит, я хочу пить. И я смеюсь. Снова и снова я смеюсь. Никакая рыба не может говорить, находясь в воде, что она хочет пить. Вода должна быть даже для того, чтобы крикнуть «Я хочу пить». Люди, которые говорят «Я страдаю», это подобно тому, как люди обращались к Кабиру со словами «Я страдаю», а он отвечал «Они кричат и страдают, находясь в океане любви». Как можете вы даже кричать «Я страдаю», находясь в океане счастья и любви? Поскольку рыба должна иметь воду во рту, чтобы говорить «Я хочу пить», как вы можете говорить «Я страдаю»? Это должно исходить от «Я», которое кричит и страдает. Это страдание не будет страданием, если вы знаете, что вы говорите из «Я». Всякий раз, когда вы говорите «Я болен», «Я погряз в неприятностях», «Я заработал проблем», почему вы используете слово «Я»? Вы должны оглянуться назад. Когда вы знаете, что это страдание, это неприятность, эта проблема приходит из «Я», то тогда вы не будете страдать. Но если у вас есть кое-что в памяти, снаружи, то тогда вы страдаете. Однажды Кабир сказал, «Эта тропа не тропа вашей тещи. Там вам будут рады. Добро пожаловать. Вы будете уважаемы там. Это не тропа вашей тещи. Это тропа любви. Это тропа любви, как меч, как лезвие меча. Вы должны идти один по лезвию меча. Если у вас осталось что-то в уме, слева, справа или позади, вы упадете и порежетесь. Вы будете ошеломлены от счастья. Я должен вернуться к свободе. И у вас не будет других мыслей в уме, и вы не будете больше оглядываться. Идя по лезвию меча, вы будете оглядываться. Если вы это сделаете, что случится? И это случится с каждым из 6 миллиардов. Они порежутся когда-нибудь. Они не смогут прийти домой к своей теще, которая любит и их, и дочь. Пападжи. Мой вопрос следующий. Вы сказали, что нужно найти плод в виде сатсанга. А тогда относительно вопроса «Кто я на плоту?» Это проблема. Вы плывете на плоту. Я не должен спрашивать «Кто я?» Плывите на плоту и смотрите. Вы еще не уплыли на плоту. Когда вы плывете на плоту,
Спросите у плота: способен ли ты переправить меня на другой берег океана? Вы должны спросить плот об этом. Сначала заберитесь на плот. Что тогда будет? Плот будет нести меня, если я взберусь на него. Это все? Тогда я должен быть слепым, потому что я не вижу. Тогда я должен быть слепым. Даже слепые люди плывут на пароме, и они плывут поперек реки. Вы закрываете глаза. Вы закрываете глаза, но забираетесь на плот. Предположим, вы летите на самолете, и вы зависите от самолета, не так ли? Вы не прикладываете никаких усилий. Даже если вы идете в хвост, в сторону туалета, что имеет значение? Вы идете к туалету. Вы можете быть в туалете даже. Но самолет летит туда, куда вы хотели лететь. Не так ли? Этот туалет никак не может остаться позади. Вам нужно подняться на борт самолета. Это все. И что вы должны сделать? У вас билет в кармане. Вам только нужно подняться на борт самолета. Этого достаточно. И поднявшись на борт самолета, выбросьте билет. Кто будет наблюдать за этим? И затем вы можете делать все, что хотите. У вас будет и еда, и вода. Вы можете пройти даже в хвост самолета. Все равно вы будете лететь вперед. И вы говорили о слепом человеке. Вы также закрываете глаза. Вы пристегиваете себя ремнем безопасности и закрываете глаза. Даже в таком случае поднос будет перед вами. Вы сможете кушать. Во время еды вы закроете глаза. Если у вас будут закрытыми глаза, то поднос не будут держать перед вами. Его уберут. Они не будут ждать вас. Пойдемте.